Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! Я сейчас буду делать чай. Помните, я через мясорубку или через что я пропускала? По-моему, листья вишни, если я не ошибаюсь. В общем, сейчас все это сюда в заварничек. Буду делать чай. Настя насморк. Вот это тоже. А, вот это листья. Угу. Вот это листья вишни. А это, кажется, малина. Также добавлю черный чай простой. Так, что тут у нас еще есть? Посмотрим, как он будет на вкус. Достаточно, да? Сейчас это заливаем. Пусть настаивается прямо крышкой. И укутать надо обязательно теплым, таким хорошим, или полотенцем, чтобы оно тут хорошо пропарилось. Сейчас укутаю и все. Потом Настеньке дам. Я уже постирала с утра, вот у нас уже скоро 7, у нас уже рассвет. Я думаю, что это будет полезно, особенно если простуда. Вот сейчас это все кутаю. Ну, запах хороший. Такой. Достала крылышки в морозилке. Буду сегодня опять делать барбекю. Кислое молочко уже стоит. Надо сегодня пирог сделать, только уже с малиной. А, сейчас я вам покажу пирог, который у меня получился. Я же сняла, но не вставила этот кадр. Смотрите, какой румяный хороший пирог получился. Единственное, что он еще не остыл, он не холодный. Хочется уже попробовать, поэтому я его разрезаю. Очень мягкий. Посмотрим, как он тут пропекся ли. Господи, так, что тут у нас пропекся? Вроде и на... Видите, какой хороший. Отлично пропекся. Шикарный прям. Это дрожжевое тесто. Я показывала в предыдущем видео, как я делала. Вот такой красивый оттенок получился. Видите? Ну, я через ситочко, конечно. Тут немножко трава через сито прошла. Сейчас она сядет. Золотистый цвет. На ужин будут у нас крылышки. Опять же, его в этом маринаде. Мне маринад очень понравился. Он немножко сладковатый, очень вкусный. В меру соленый, в меру имеет специи. Жарю, в общем, не захотела я там на улице ничего делать. Ой, набрала картошку. И знаете, что я заметила? Она пускает ростки. Смотрите. Вот почему говорят, что будет голод. Ну, что это вообще? Как это возможно? Она же хранится должна до весны. Вот так она выглядит весной. Картошка, представляете? Вот так она выглядит весной. Когда где-то в марте, в конце марта, в начале апреля. Вот так она называют. Проключилась или как там она? Ну, в общем... А как она может храниться в зиму, если она уже вот такая? Все, что-то не то. У нас так тепло, просто можно в футболке ходить. Ох, жарко. Как-то аномально даже. И дождя нет. А земля так просит дождика. Да, Лунтик,
Люнь, Люна. Буду чистить картошку. Я хочу суп сварить. Ой, девочки, мальчики, читала ваши комментарии. Спасибо, что очень много написали. Благодарю каждого из вас, что такая активность у меня. Все пишете, что-то комментируете, общаетесь между собой. Каждый высказывает свое мнение. Спасибо. Спасибо и за хорошие, и за плохие. Вот. Так что пишите. Вот с картошкой, конечно, это вообще. Это что-то непредсказуемое, потому что никогда я такого не видела. Это аномально, потому что мы собрали картошку уже поздно. Сказать бы, собрали ее летом, потому что некоторые в августе собирают. Нет, мы ее вот собрали только. И она отлично должна была храниться. Но нет. Вот. А я хочу куриный суп сварить. Не знаю, с вермишелькой, наверное, или... Ну, в общем, бульончик куриный, да? Картошечку такой легкий суп. Значит, Сережа, про Сережу, конечно, скажу, потому что многие ждут, что же, как же. В общем, будет он в Германии. Выбрал же эту страну, я уже говорила. А, еще там писали, что он не может выбирать страну. Может выбирать страну. Да. Для меня самой это было очень удивительно, но страну выбирать можно. Так что так. Конечно же, буду вам говорить, что там, как там. Но я надеюсь, что будет все хорошо. Вот. Мы когда ехали в Испанию, мы проезжали... Тоже Германию, Берлин. И там даже ночевали, потому что нам надо было купить билет до Франции. И он был, по-моему, с утра. И нам пришлось там ночевать. Ну, прям там вагончики стояли на вокзалах в Берлине. И мы ночевали. Ну, что могу сказать вам? На тот момент там давали и квартиры, и хорошие выплаты. Но мне вот, не знаю, мне не хотелось там остаться. Не знаю, что-то вот такое внутри было, что не хотелось. Накормила Настюшечку крылышками, супиком. Заболела зайчик у меня. Да? Заболела немножко. Насморк. Горло болит? Чуть-чуть? Где-то вдалеке? Почти не болит. Почти не болит, но насморк, да. Ну ничего, все проходит, все пройдет. Это простуда. И видно, вирус может какой, да? Да, моя подруга тоже заболела. Наверное, типа вирусного что-то. Ну и дала противовирусную таблеточку. Вот. Понятно, что как школа начинается, да? То обязательно простуда, то горло, то простуда. Ничего, все будет хорошо. Ну, кушай еще супик. Вкусный суп. Ну, отлично. Да я села, в общем, сижу и ничего сегодня делать не могла. Так, чтобы я отдыхала, допустим, вообще просто лягла и лежала. И такого не было. И в то же время то, что я планировала сделать, не сделала. Сегодня была прекрасная погода, я думала... Вот сделаю. Пойду и то сделаю, и то во дворе. Потому что на огороде там нет. Не могу. Сережа еще пока не доехал до своего лагеря, едет в лагерь. И я вот это постоянно как бы думаю, переживаю, так все. И представляете, что было вчера? У меня вчера одна нога просто не могла действовать как надо. Ну, то есть она у меня хромала. Я не знаю, вчера проснулась как не с той ноги.
где-то защемился нерв. И я поняла, что на ногу ступить не могу. Вот где-то оно защемило, и все. Я прихрамывала. Да, вчера поехала по продукты. Пришлось ходить же. Ну, и хромала же. Я думала, разойдется нога. Нет. И вот до самого вечера, я вот пока не легла спать, сегодня утром проснулась, думаю, ну что сегодня? Нормально. Где-то там надавливаю вдалеке, есть такая боль. Ну, хожу, то есть нормально уже ступаю на эту ногу. Но то, что было вчера, это что-то было вообще возмутительное. Так что вот такая вот ситуация, мои хорошие. Все, я буду заканчивать это видео. Вот видите, мы поприболели. У меня тоже, кстати, как насморк начинается. Так что завтра не знаю, что нам. Завтра Настюша не пойдет в школу. Наверное, повезу я ее к нашему семейному врачу. Пусть посмотрит, послушает там вот это все. И все, будем лечиться. Так что вот так. Все, мои хорошие. Мира, добра, счастья, любви. Пока-пока.